Харли Кевин, приветствую, коллеги. Мы сегодня все собрались ради того, чтобы обсудить наши вопросы, актуальные, важные для нас. И, конечно, не можем пройти мимо даты. Это дата Дня татарской печати, которая началась в этом месяце, 19 числа. Важная дата – это день, когда был подписан разрешение о выпуске первой татарской газеты «Нур», а то либо «Изитову». Первый номер вышел уже в сентябре того же года. И также в этом месяце наш портал отметил трехлетие своей работы. У нас также есть свой сайт, у нас есть ресурсы на социальных сетях и каналы. И мы решили, что будет правильным, если наш союз тоже обретет свою официальную страницу в интернете. Сайт называется портал union.tatar. Это наш официальный ресурс в интернете, независимо от платформ. Его можно всегда будет найти в поисковых системах, Google, Яндекс и других. И он будет всегда работать, независимо от того, какие социальные платформы работают в интернете. Это то, что нам нужно было давно уже сделать. На сайте есть профессионально важная информация о работе портала, о Союзе татарских порталов. Здесь мы, соответственно, будем публиковать информацию о работе, деятельности нашего союза, наши новости, о наших встречах. Также мы здесь будем публиковать информацию полезную для участников и других, и гостей сайта. В данный момент здесь как бы пока что мало информации. Есть список участников нашего союза, есть небольшой блок новостей, который будет выполняться. В будущем планируем здесь публиковать новости союза и также важные материалы наших участников нашего союза. То есть если у вас будут какие-то важные новости, которые хотите поделиться, то мы с радостью публикуем их на страницах и будем знакомить наших читателей и в интернете, и в социальных сетях, в Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. Там будут публиковать наши новости, которые будут приходить. Соответственно, это сайт, он заработал в этом месяце. Также мы чуть раньше появились паблики в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники. К сожалению, я не могу сейчас показать, потому что у меня немножко тут плашка мешает от зума. Но, в общем, просто у нас уже есть два паблика и два канала. Информацию я скоро публикую на сайте. Заходите, знакомьтесь. Если рекламируете, делитесь ссылкой на наш сайт, будет интересно, полезно другим тоже знать. И, конечно, мы обязательно подключим наш сайт ко всем поисковым системам, чтобы все желающие могли узнать о нашей работе, сюда нас найти и узнать много полезного нового от нас. Все, на этом, наверное, все. Я не буду затягивать. У нас остается где-то, примерно 25 минут. До окончания встречи предлагаю обсудить какие-то важные моменты, события, новости, которые произошли за последние недели в вашей жизни или вообще в вашем регионе, связанном с татарами. Так что передаю вам слово.